В кредит окно? Окно в кредит? Серёж. Я надеюсь, это был кредит не приватбанка. Нет, нет, нет. О, пожалуй. Вот если бы приват был, то там было классно бы. Да, зачем бы классно? Не надо бы... Снимает. Ты видишь, что это везде. Матер. Расскажите. Расскажем. Вот эта девушка стояла рядом с подъездом, когда начали рваться снаряды и лететь осколки. Чудом осталась жива. А дома сначала какие-то взрывы были вдалеке, потом мы поняли, что это во дворе, и бегом в подвал. Ну, результат вот такой. Потом нам объяснили, что это ураган бьет по нам. Вот так повезло. Ну, погибших, пострадавших хоть нету? Нет. Тяжело раненая женщина, вот здесь оказывали ей помощь, вот лавочка в крови. Я ей колола противошоковое, я врач. Вы медик? Я врач вообще. Ну, а потом не помогла. То есть не бежать? Не бежать? Ну, вот, кстати, и третья воронка. Ой, четвертая. Мы были в доме, слышим. Сразу хряснуло, не сильно, мы уже насторожились и в коридор вышли. А потом через время, как хряснет, я сразу почувствовала, что стекло. И хватать голый ребенок, мы на первый этаж, весь подъезд собрался. А ну расскажи, страшно тебе вчера было? Ага. Что вы делали? Что вы делали вчера? Ну, вчера бах. Я прям испугался. Я шел в туалет, бабах. Я прям не успел повезти. Я там бабах. И меня мама взяла какую-то просто бабину. И мама меня взяла на руки и понесла прямо на... Как там же? На, ну там, где подъезд. Понесла на улиц. И мне так страшно. Там было, потом было... Кинул одеяло, а потом как там же Артём и Настя в подвал, а потом я зашла, думала, что стекла целые, и на Любавина там и у собственный дом нас забрали, мы там и ночевали, а уже у 6 часов утра пришли, открыли все, когда на балконе большое стекло, и вверху главное, он блестящий, видите? За это оно вверх прямо. И на кухне он. Третий этаж, он голубые. И туда попало. Ну, Господи. Ну, что я вам хочу сказать? Дай Бог, Господи, спасибо вам большое. Ну, наша земля. Чего они сюда пришли? Это наша земля. И мы здесь шахты поднимали, заводы, фабрики. Я проработала 40 лет на одном производстве. Это наша земля.